Всем привет, меня зовут Маша, и я обожаю мейкап, и сегодня мы с вами поговорим о моей коллекции однушек. Итак, здесь у меня исключительно сухие тени в однушках, отдельных, не синглы. Если мы будем с вами на синглы смотреть, мне кажется, видео вообще будет трехчасовое, да? Но сегодня мы посмотрим на эти тени и надеюсь, что мне удастся снять до того, как зайдет солнце. Здесь аж 47 однушек я насчитала, это слишком много. Хотелось бы избавиться, наверное, от всех, но так, конечно, не получится. Но было бы круто избавиться хотя бы от 17-20, я была бы очень рада результатам. Пока что я вижу только 7. У меня все эти тени лежали в коробке. С момента переезда я не открывала, не трогала. Здесь даже есть тени, которые я еще вообще не открывала. Просто потому что купила их перед переездом. И мы с вами посмотрим, как они выглядят и так далее. Кремовых теней здесь нет. У меня сейчас открыто всего 3 штучки. Потому что пользуюсь я ими не часто, но у меня есть кое-что в запасах, и я думаю, что нам надо будет помещать их просто в Project Pen, потому что теней очень много, когда ты можешь из любых металликов сделать кремовые тени с помощью Derwine, как-то вообще потребность в кремовых тенях немножко отпадает. Ну, по крайней мере, у меня, да. И я, честно говоря, больше, наверное, не хочу покупать тени в однушках. Все, что мне было, все, что мне не нравилось, я еще выкинула давным-давно. И это вот то, что есть на сегодняшний день. И давайте посмотрим, что у меня здесь есть, и от чего-нибудь избавимся. Было бы очень-очень круто. Итак, начать я хотела бы, пожалуй, вот с этих 4 однушек. Здесь у меня тени от Hourglass, называется Scattered Light Glitter Eyeshadow. Также у меня здесь, как вы видите, Dose of Color Black Eyeshadow. И помимо этого у меня здесь Tarte и Seattle London. И давайте смотреть по очереди на них. Начнем с Tarte. Здесь у меня оттенок Park Avenue Princess. И это очень-очень красивый бронзовый. Тени очень кремовые, как вы видите. Seattle London в оттенке Entwine. Я бы назвала этот оттенок розовым шампанским. У них одинаковая текстура, старт, очень кремовые. Далее Hourglass в оттенке Rapture. Эти тени не настолько кремовые, я бы назвала их какими-то гелевыми, что ли. У них такая какая-то другая совсем формула, они не настолько плотные, как предыдущие, да. Но при этом они невероятно красиво сияют, здесь отдельные блестки содержатся в тенях. Следующий оттенок Smoke. И это у нас Taupe. Последние тени от бренда Dose of Colors. Мой оттенок называется Caffeine Queen. Здесь у нас такой сливово-коричневый, очень-очень красивый оттенок. Я бы не сказала, что Caffeine Queen сияет так же ярко, как другие оттенки этой серии, но, тем не менее, он очень насыщенный и кремовый. Так, я думаю, что от этих оттенков мы с вами избавляться не будем, их я в коллекции оставляю. Итак, здесь у меня маленькая коллекция от Кико Милана. От 2 я хотела бы избавиться, это я прям знаю точно. И давайте начнем свотчить. Итак, Кико Милана Long Lasting Wet and Dry Eyeshadows. Оттенок 202. Также наношу влажным методом. Ну, так это выглядит. Я бы не сказала, что влажный метод добавляет какого-то просто нереального блеска. То есть, да, конечно, тени выглядят ярче, но, опять же, сказать, что это вообще другой мир, я не могу. Итак, та же серия, оттенок 200. Так, здесь у нас оттенок 200, я бы тоже назвала его розовым шампанским.
Это один из самых популярных оттенков этой серии. Можно прям, знаете, мочить сам рефил, никаких проблем не будет. Вот такая кашица образуется, как вы видите. Да, появляется больше сияния, но опять же сказать, что оно становится каким-то нереальным, тоже невозможно. Следующие тени, от которых я хотела бы избавиться. Рефил у меня разбился, как вы видите, при переезде. И это у нас оттенок 37, Kika High Pigment Wet and Dry Eyeshadow. И если говорить про wet, ребят, я, честно говоря, я покажу вам сейчас, как это выглядит, но там вообще ничего не происходит, по-моему. Это должны были быть такие персиково-коралловые тени. Конечно, высокой пигментации, как тени называются, да, здесь вообще не пахнет. Тени здесь начинают сиять ярче, но опять же, ну, такое, скажем так. Следующая однушка из той же серии, но номер 8. Так это выглядит при влажном нанесении. И последнее, о чем мы поговорим, это двушка, которая называется Bright Duo. У меня это номер 3. Здесь мне очень нравится вот этот сияющий оттенок. Именно поэтому мы ее оставим все-таки. И пока что мы с вами избавились только от двух однушек. Далее у нас с вами рандомные однушки. Здесь у меня Color Drain, также у меня The Balm, Sephora и Il Makiage. И вот эти я получила уже не помню конкретно в каких боксах, но что-то было в Ipsy, что-то было в боксе Charm. И давайте посмотрим на Sephora сначала. Эти тени я покупала сама. Очень красивый, растушевочный такой мауф, очень легкий. Я же люблю мауф, да? И мне понравился этот оттенок, я его приобрела. Оттенок, кстати, называется Golden Marshmallow 351. Оттенок очень даже симпатичный, но мне кажется, что у меня есть что-то подобное от ColourPop в супершоках. Ну, давайте пока что отложим его в такую стопочку, где я пока не знаю. И мы посмотрим, куда я приду в конце видео, и я решу. Следующий оттенок The Balm The Rundown. И это у нас такой матовый тоже оттенок. Глубокий такой eggplant, то есть баклажан. Следующая однушка, про которую мы с вами поговорим, это Color Drain, оттенок гламур. Он у меня разбился при переезде, я так понимаю. И давайте очень аккуратно я его открою, сделаю сводч. Он, конечно, ребят, очень жутко разбился. Его можно либо спрессовать, либо просто использовать как пигмент, но оттенок очень красивый, опять же, знаете, такой повседневный офисный нюд, офисная сияшка, ну красивый оттенок. Не знаю пока что делать, оттенок красивый, его осталось немного, можно его в принципе поместить в Project Pen и закончить. Здесь просто все настолько разбито, давайте тоже пока что отложу к оттенку от Sephora, и мы с вами подумаем в конце видео, что с ними делать. Итак, последняя однушка из рандомных, или макияж, оттенок 959, Nude Flash. Его я, кстати, вот даже не свочила. Я его открыла сегодня. Давайте посмотрим. Ой, какой он кремовый. Мне кажется, он будет похож на Dose of Colors. Ой, вообще супер. Просто масло. Мне кажется, будет просто великолепен в таких вечерних макияжах. Очень-очень красивый. И да, я думаю, что я его оставлю, потому что мне он нравится. Давайте сравним с Dose of Colors. Итак, это у нас получается и макияж, а это Dose of Colors. Так, но они, конечно, похожи, но на самом деле в Dose of Colors больше такого баклажана, да, он более такой сиреневый. Я бы сказала, что он более интересный, чем и макияж, но оба оттенка очень красивы. И
Не знаю, почему-то мне хочется его ставить. Давайте я его ставлю. Я даже им не пользовалась. Не знаю, пока что ничего не могу сказать. По поводу остальных, я уже сказала, что Дабал прекрасно тушуется. Вообще отличный оттенок, несмотря на то, что он такой темный, да, такие оттенки довольно-таки часто бывают проблемными. Давайте опять же вспомним подобный оттенок из палетки от Pat McGrath, Bronze Seduction. И если говорить про матовые оцифоры, то с ним у меня проблем не было, он был просто прекрасен. Про Color Drain тоже могу сказать, что он великолепен, но, опять же, обычная офисная сияшка, то есть не слишком яркий. Но его мало осталось, в принципе, наверное, можно его закончить. По крайней мере, передавать его точно кому-то стыдно. Я бы даже, наверное, если бы оставляла, не перепрессовывала, просто как-то так попыталась побыстрее его закончить, и все. Я решила подложить такой мини-фон для фото, потому что сейчас мы будем говорить с вами про рассыпчатые пигменты. Здесь у меня нет мультихромов, мультихромы у меня записаны в отдельных видео. Итак, я возьму праймер для глиттера от NYX, потому что иначе у нас все это вообще не будет работать. Итак, начнем с Artist Couture. Здесь у меня оттенок Spotlight Glaze. Здесь у нас такой дохромный эффект, золото и персик. Очень-очень красивый тень. Я надеюсь, что все будет видно на камере. Следующий оттенок от Bare Minerals называется оттенок Queen Tiffany. Как видите, я его даже не открывала. И этот оттенок на самом деле я получила в каком-то как в качестве подарка, когда покупала что-то от Bare Minerals. А что же я его не открывала раньше? Смотрите, какой он красивый. Такой розовый, я бы сказала. Что-то среднее между таупом и коричневым, очень-очень красивый. Мне кажется, очень даже стоит его попробовать. Здесь немного продукта, я его 100% оставляю, мне нравится. Следующий оттенок от ColourPop, оттенок называется Hindu. Ребят, я думаю, что, скорее всего, я от него избавлюсь, но сейчас мы с вами посмотрим на него. Я им не пользовалась очень давно, и мне кажется, что они вообще, ой, сняли с продажи вот этот весь продукт, да, эту всю серию, но я не уверена на 100%, но мне кажется, что они больше не производят пигменты. Давайте посмотрим, как это все выглядит, потому что я не трогала действительно давно, я вообще забыла, как это выглядит. Что ж, очень яркий, красивый коралловый. Насколько я помню, он довольно-таки хорошо наносился и держался в течение дня. Но, не знаю, ребят, давайте пока что тоже отложу вот в эту категорию, где я не знаю, что с этим делать, и мы в конце видео решим. Еще один пигмент от ColourPop называется The Crab. Это такой серо-голубой. Ой, тоже красивый. Вот видите, как все свои тени я знаю хорошо, все свои ножки я не знаю. Смотрите, какую красоту нашла. Давайте пока что, наверное, не буду избавляться тогда. Все-таки нравится. Я думаю, что нам, наверное, надо будет поместить что-то в Project Pen, да, потому что здесь огромный объем. Я совсем забыла про эти рассыпчатые тени, да, несмотря на то, что, скорее всего, это не мой любимый формат. Мне не очень нравится такой историей пользоваться, потому что это дольше, но мне нравится, по крайней мере, мне вот этот оттенок нравится, я его точно оставляю. А про коралловый мы решим чуть позже. Следующие две однушки от бренда NYX, Fireball, а также Golden Peach. На самом деле, я когда их покупала, не знаю, почему не купила больше, просто потому что были подобные оттенки из коллекции, да, то есть я сходила, посвочила все, и мне понравились эти больше всего, они какие-то были такие яркие, красивые, давайте посмотрим на них, и один из них разбился, я уже вижу другой еще в норме, может быть тот, что в норме, я оставлю, но сейчас у меня появилось так много теней, наверное, те, что разбились, вряд ли буду оставлять. Итак, тот, что в норме, это у нас Golden Peach.
Не могу сказать, что он уникален, но опять же мне идут эти оттенки. Опять же, с другой стороны, мне идут эти оттенки, и у меня их миллион. Логично же, да? Давайте сейчас посмотрим другой сводч, и я решу, что я буду делать. Так, разбившийся наш фаербол. Ой, жалко. Честно говоря, мне он нравился, я бы, может, даже перепрессовала его. Но сейчас посмотрим. Не прям сильно, конечно, все грустно. Тоже очень красивый фаербол. Я их использовала вместе. Даже, ребят, честно говоря, не знаю. Давайте пока что отложу тоже вот эту секцию, где я не знаю, что пока что делать, потому что, да, наверное, не какие-то очень уникальные оттенки, но я помню, что я любила их использовать вдвоем и просто в какие-то очень микропутешествия, да, брала, чтобы делать макияж летом. Мне очень сильно нравились они. В принципе, вот эти тени, которые разбились, Fireball, сохранили ту же формулу, да, поэтому не знаю. Три однушки от Urban Decay, сразу говорю, что они остаются 100%. Мы здесь просто смотрим сводчи, мне все у них нравится. И у меня сейчас практически нет палеток от Urban Decay, только Born to Run, которую я нахожу просто самой лучшей палеткой, что Urban Decay делали за последнее время. И эти однушки мне тоже остаются, потому что я так решила. Давайте посмотрим на них. Начнем с Hellbaked. Ничего сверхъестественного. Здесь на самом деле металлик золотой. Но, ребят, все равно я хочу, чтобы он со мной остался. Мне как-то, не знаю, мне так хотелось бы, чтобы Urban Decay сделали что-то крутое, чтобы они как-то выплыли из вот этого уныния и сделали круто. Пусть, знаете, вот этот оттенок будет моим таким актом поддержки Urban Decay и таким пожеланием что-то сделать со своей жизнью, скажем так. Следующий оттенок Glitter Rock. Ну, тут понятно, что этот оттенок остается. Здесь просто невероятное сияние, такой розово-сиреневый, грязноватый, но очень-очень красивый оттенок. Далее у нас дуохромчик Saltis. Дай бог ногти не сломать, пока я снимаю это видео. Тут нечего ломать, конечно, уже все сломано. Давайте посмотрим на него. Очень красивый. Я напомню, что у меня реально никогда не возникает проблем с тенями. Мне не обязательно наносить праймер, клей для глиттера и так далее. У меня вообще все обычно действительно прекрасно держится. Возможно, вам для вот этих вот сияющих теней понадобится праймер. Эти тени у меня никогда не осыпались и всегда держались прекрасно. И все это остается. Следующее, о чем мы с вами поговорим, это Jelly Match Eyeshadows от ColourPop. Когда я открыла свою эту коробку, где у меня однушки хранятся, я была уверена, что это категория, от которой мы избавляемся. Но вот пока мы с вами, конечно, тут смотрим на все это, знаете, жабка моя такая: нет, не сдавайся, оставь их все. Знаю, что от двух избавляемся. Я очень надеюсь, что один из этих оттенков будет работать 100%, они все засохли. Давайте смотреть. Первые тени, о которых мы с вами поговорим, это Perfectly Wretched. Вообще, Jelly Match Eyeshadows от ColourPop тени желе в глиттере. Я очень надеюсь, что эти тени и без вот этой жидкой основы будут работать хорошо, вот именно эти тени. По поводу остальных мне пофиг. Давайте посмотрим, как они будут наноситься вот просто так. Походу никак. Мы сейчас посмотрим. Вот такой вот кусок у меня на пальце, да? Так, ну что ж, на самом деле все неплохо. Ну, как бы не вау, но нормально. Чем мне нравятся эти тени? О, все печально. Но их можно восстановить. Я покажу чуть попозже, как их восстанавливать. Я думаю, что я оставляю эти тени, потому что они обладают просто нереальным сиянием. Это не ваше офисное сияние, да, спокойное очень. Я бы сказала так, что эти тени в мой офис подойдут нормально. При том, что я буду сиять, как богиня, но никого этот оттенок раздражать не будет. Давайте я, пожалуй, его оставлю. Следующий оттенок, про который мы поговорим, Be Jammin', и
К сожалению, это goodbye. Здесь, в принципе, ничего сверхъестественного. Это такой шампейн. Вот, ну, все, они засохли. Сильно засохли. Это у нас такой оттенок шампанского. Красивый. Красивый, но ничего такого сверхъестественного. Я думаю, что я вполне могу от них отказаться. И следующий оттенок Waveland. Прелесть, да? Красивый, на самом деле, такой iridescent. Конечно, вообще уже давно не Jelly Match Shadow, это просто уже... Я им пользовалась, между прочим, довольно-таки неплохо, но эти тени уже просто только восстанавливать, иначе вообще... О, видите, как красота. Все засохло. Наверное, как-то не сильно эстетично это выглядит, но как есть, ребята, показываю вам. Что мне происходит? Красивые тени, они довольно-таки неплохо смотрелись на подвижном веке, когда они были влажные. И, в принципе, сейчас можно и на внутренний уголок в качестве хайлайтера. Но, я не знаю, мы сейчас с вами пытаемся расхламиться в том числе. Тут прям кусочки везде валяются. Я думаю, что я от этих теней избавляюсь просто потому, что... Да, ну блин, я не пользуюсь ими. У меня есть похожий оттенок, если говорить про хайлайтер, да, для внутреннего уголка. От Urban Decay Aura называется по-русски, если говорить, да. И мне кажется, что мне вот эта история вся, наверное, уже не нужна. Здесь, знаете, такая история, что когда вы покупаете Gel Match Eyeshadows, вы должны понимать, что это time-sensitive product, то есть это продукт, который очень чувствителен ко времени использования. Вы либо используете это прямо сейчас, либо вы просто проходите мимо, потому что это портится очень быстро. Очень жаль, но да, я вот этим двум хочу сказать прощай. Мы оставляем только Perfectly Wretched, так как он еще более-менее носится даже вот так. Но я думаю, что я буду его все-таки восстанавливать, оживлять. Давайте я прямо сейчас вам покажу, как это будет выглядеть. Так, я возьму шпатель, здесь у меня вот эта вот палетка, да. Мы с вами используем масло, я использую Alginist. Необходимо помнить, что нам нужно использовать масло, которое подходит для использования на лицо, то есть не подсолнечное, да, не оливковое масло. Именно то масло, которое подходит для использования на лице. Итак, я выдавила некоторое количество продукта, да. Теперь мы просто все смешаем. На самом деле ничего не происходит с формулой, она работает так же прекрасно, они так же долго держатся на лице, то есть на глазах, да? Ну, просто вы таким образом оживляете, скажем так, продукт. Давайте вот сюда нанесу, пожалуй. Посмотрите, как много сияния сразу же добавилось. При этом, как я и сказала, со стойкостью вообще проблем не возникает. По крайней мере, на мне, ребят, не было никаких проблем, и оттенок вот такой вот яркий, красивый и действительно очень сильно сияющий. Что ж, ребят, давайте мы с вами перейдем к остальным однушкам от ColourPop. Их действительно очень много. Я, наверное, разобью их по цветовым гаммам. Думала сначала разобрать по финишам, но, мне кажется, по цветовым гаммам будет намного более логично. И давайте я все уберу, помою руки, помою палитру. Мы с вами посмотрим на оттенки. И после этого я покажу вам, как восстанавливать тени от ColourPop. Сори, ребята, у меня тут ошибочка вышла. Затесались еще две нушки от бренда Ace Beauty. Я их получила в Boxy Charm. Давайте посмотрим, как они выглядят. Здесь у меня оттенки Cotton Candy, а также Iced Latte. Cotton Candy, Iced Latte. Оба оттенка довольно-таки уносительные. Честно говоря, я думаю, что они у нас остаются. Они такие сияющие. Кстати, похожи они чем-то формулой на оттенки от Hourglass. Кстати, мы с вами их попробовали впервые. Я получила их довольно-таки давно, но ни разу не открывала, просто потому что были однушки от ColourPop. И я думаю, что тогда от сатина от ColourPop мы с вами избавляемся, потому что там просто сатин. А здесь у нас такой металлик с блестками. Мне кажется, он интересней. Ну и оттенок Iced Latte просто такой классический. Не слишком теплый, бронзовый. Я думаю, что мы их оставляем. Так, ребята, нушки от ColourPop я решила разобрать по цветам, насколько это возможно. Давайте мы с вами поговорим про мои любимые сиреневые. Здесь у меня Daddy, также Ripple и Ringlet. И
Я, честно говоря, надеюсь, что у меня Дэдди не засох. Сейчас посмотрим, да. Но так вот прям сразу хотела бы сказать, что я надеюсь, что я их все оставлю. Ну вот так, да. То есть, скорее всего, засох. Ну, давайте потрем чуть-чуть побольше. Нет, нифига. Давайте попробую восстановить и посмотрим, получится ли это. Я использую мой самый любимый метод с помощью масла, то же самое, да. Покажу вам чуть-чуть попозже другие методы, посмотрим, как то работает. Но вот этот метод на самом деле самый эффективный. Я позволю этим теням отдохнуть и впитать масло, и после этого покажу вам, как это будет работать. А мы тем временем перейдем к следующим оттенкам. Здесь у меня Ripple, на самом деле вот как раз таки Daddy, это матовый, да, и матовые засыхают быстрее и, ну, приходят в не самое лучшее состояние. Давайте посмотрим на этот оттенок новый, и он у меня просто разбился. То есть он 100% не засох, он просто разбился. Давайте посмотрим, как он будет выглядеть. Он очень маслянистый, он хорошо сияет. Это не тодер, это основной оттенок, и это такой дохромный бирюзовый к мадженте, скажем так. Следующий оттенок Ringlet, и я уверена, что с ним все хорошо, но давайте проверим. Это у нас такой, знаете, фуксия, так его, наверное, правильно назвать. Да, вот с ним все отлично. И я думаю, что у меня на самом деле довольно-таки много подобных оттенков. В той же новой Норвине, да, или в Джеффри Стар есть похожие оттенки. Посмотрите, какая красота. Но с ним все вообще отлично, он 100% остается. Я даже... О чем здесь говорить? Он остается? Что ж, пришло время посмотреть на Дэдди. Если он восстановился, то я его оставляю так. Да, все отлично, походу. Давайте посмотрим, если он реально нормальный, то я его просто помещу в Project Pen, потому что оттенок мне нравился. Да, все хорошо. Таким образом, все три супершока от Colourpop сиреневых остаются в моей коллекции. Да, у меня их дофига сиреневых. Ребят, мне не стыдно. Вот принимайте меня такой, какая есть. Я люблю сиреневые, и все. Я не давала, когда мы говорили про сиреневые от Colourpop, они тинтуют века. Это если вы очень чувствительные, имейте в виду. Далее переходим ко второму моему любимому оттенку, коралловый. Здесь у меня оттенки Animal, Erotic, Tea Party, Help Me, а также Goodbye Butterfly. И давайте начнем с первого оттенка, который называется Animal. Ой, ну все, засох. Засох. Давайте также добавим масло и решим, чуть-чуть попозже, надо это или нет. Следующий оттенок называется Erotic. О боже, с ним вообще все хорошо. Он 100% остается, я так понимаю. Да. Он остается. Немножко больше набрала. У меня даже сапожки появились. Такой, знаете, розово-коралловый. Красивый, шикарный, 100% я его люблю. Следующий оттенок Tea Party. Чайная вечеринка, как видите, у меня здесь есть дырочка, я пользовалась им довольно-таки много, и он был в прекрасном состоянии последний раз, когда я его помню, да. Давайте посмотрим. Все еще там же, хорош. Ну что я думаю по этому поводу, так как здесь уже есть дырка и оттенок по-прежнему прекрасно работает, может быть, нам стоит поместить его в Project Pen и посмотреть, что я смогу с ним сделать, по крайней мере, там, осенью, зимой, вот так. Ну, не хочется мне расставаться с ним. Оттенок красивый, 100% мне он понравится. Давайте его отнесем к Project Pen тоже. Следующий оттенок называется Help Me. Так, ну, по ощущению, с ним все тоже хорошо. Быстрее всего действительно портятся матовые, если мы с вами говорим, вот, ой, Help Me, посмотрите. Нет, он остается, но я не могу такую красоту просто выкинуть, ну,
Блин, это красиво. Что вы думаете? Последний оттенок из кораллов называется Goodbye Butterfly. И это у нас, скорее всего, матовый. Да, вообще все просто сухое. Давайте также попробуем восстановить и посмотрим, как это будет выглядеть. И да, давайте так сделаем. Мы же с вами этим временем вернемся к оттенку Animal. Да, он уже восстановился. Яркий коралловый, очень красивый. Давайте мы его тоже оставим. Как-то у нас с вами расслабление не очень удачно происходит пока, но, блин, но он реально красивый. Давайте посмотрим на Goodbye Butterfly. Здесь у нас такой коралловый сатин, тоже очень красивый. Давайте, может быть, тоже отложим его в Project Pen. Мы с вами выбрали палетку White Peach от Too Faced. Коралловый я люблю, независимо от времени года. Давайте возьмем его. Он у нас разбился, но здесь даже сейчас я спрессовала его, получается. И он восстановился нормально, без утерь, качества. Поэтому давайте его возьмем в Project Pen. Посмотрим, смогу ли я что-то сделать с ним до конца осени. Если нет, то ну, выкинем тогда. Ну и таким образом я не смогла избавиться ни от одного кораллового оттенка из моей коллекции Нушек от Colourpop. Далее мы с вами перейдем к оттенкам, которые я отнесла бы к мувам. Здесь у меня Bill, Brady, Buzzing и So This Is Love. И начнем мы с вами с Bill. Я думаю, что Bill и Brady, скорее всего, засохли. Давайте посмотрим. Да, давайте мы Билл и Брэди тоже. Давайте посмотрим Брэди. Ну да, все. Давайте я также использую масло для их восстановления. Далее у нас оттенок Базин. Следующий оттенок So This Is Love. So This Is Love кажется, да, вполне адекватным. Он у нас 100% остается. С ними все в порядке, так что они остаются 100%. Давайте посмотрим на два оставшихся, когда они впитают масло. Итак, первый оттенок Bill. Очень красивый, такой более лиловый, скажем так, mauve. И следующий оттенок Brady. Красивый, конечно, оттенок, но на самом деле, опять же, базин очень похож. Базе немножко поглубже, но, наверное, Брэди уже не сильно подлежит восстановлению. Нам придется с ним расстаться, думаю, так. Жаль, оттенок очень красивый. Что думаете по этому поводу? Стоит ли мне его оставить или выкинуть нафиг? Давайте я его отложу пока что вот в эту стопочку оттенков, про которые надо подумать. А мы с вами переходим к таким сияющим оттенкам от Colourpop. Это у нас такие топперы. Очень люблю эту формулу. Больше всего, на самом деле, люблю от Colourpop. Это действительно та формула, которая у меня когда-либо заканчивалась. И вот это то, что есть на сегодняшний день. Здесь у меня оттенки Bubbly, Frog. Самые популярные, между прочим, если что, у Colourpop. Также у меня здесь Lady Bird и Birthday Wish. Bubbly. Ну, здесь, на самом деле, уверена, что все остается, потому что здесь все должно быть в идеальном состоянии. Собственно говоря, вот, все прекрасно, все работает. Следующий оттенок Frog. Как я и сказала, один из самых популярных оттенков у Colourpop. Он невероятно яркий, сияющий, ну, очень красивый, знаете. Вроде бы ничего сверхъестественного, да, то есть такой розовый, нежный оттенок, но тем не менее сияния у него просто очень-очень много. Следующий оттенок Lady Bird, как видите, он у меня разбился. Вообще вот эти вот тени, такие вот как топперы, да, они очень хрупкие, он не сухой, с ним все хорошо. В принципе, просто, знаете, здесь можно его так вот пальчиком прижать, да, и вернуть в нормальную форму. Все нормально работает. Он очень кремовый, по-прежнему. Шикардос, да? Здесь у нас уже не розовый, здесь скорее такой оттенок шампанского.
немножко розоватый, бежевый, очень яркий, очень красивый. И последний оттенок, про который мы поговорим, Birdie Wish. Тоже он у меня разбился, как видите. Кстати, он даже засох. Это очень странно, потому что это новый оттенок для моей коллекции. И покупала его в Ульта. И вот этому, например, оттенку, который называется Bubbly, намного больше времени, нежели вот этому оттенку новому Birdie Wish. Очень неприятно. Давайте используем масло. Я подождала какое-то время, и давайте посмотрим, как оттенок выглядит. Он не такой яркий, как предыдущий Lady Bird. И здесь такой тоже iridescent finish, ну то есть розово-сиреневый, но более спокойный. Что я думаю по этому поводу, ребят? Давайте мы его с вами оставим и поместим тоже в Project Pen. Наверное, так, раз он засох. Но мы его восстановили, и он красивый. Я думаю, что на работу он мне вполне подойдет. Последние три оттенка, что остались от Colourpop. Здесь у меня Under the Sea, Banana Daiquiri, а также Glow Sticks. Давайте посмотрим на них, и я решу после этого, хочу ли что-то оставить или нет. Здесь у нас оттенок Under the Sea, полностью он раскрошился. Его можно восстановить с помощью масла. Это у нас сатин. Очень красивый, между прочим. Следующий оттенок называется Banana Daiquiri. Так, ну этот оттенок подсох несколько, но нормальный. Он более синий. Такой тил, скорее, да? И последний оттенок называется Glow Sticks. С ним вообще все отлично. Формула не поменялась. Так это выглядит, такой желтый неон. Давайте, ребят, я возьму пару минут подумать, посмотрю на все, что мы оставили, все, что мы оставили на подумать, и после этого решу, что я буду делать со всем этим. Так, но перед тем, как мы с вами идем на перерыв, я хотела бы, чтобы мы с вами превратились в маленьких химиков, и мы с вами посмотрим, как разные продукты будут воздействовать на тени, как они будут выглядеть, если использовать разные продукты для того, чтобы оживить засохшие тени. Я здесь решила взять вот эти сатиновые тени, которые называются Under the Sea, просто потому что они уж очень сильно раскрошились, и мне кажется, что они больше всего для этой истории подойдут. Я возьму также шпатель. Мы сделаем свотч того, как тени выглядят сейчас. Они подсохли, да, здесь сатиновые тени, они обычно не раздуваются, раздуваются чаще всего при транспортировке именно такие вот сияющие тени. Так это выглядит, на самом деле выглядит вполне неплохо, да, они не так, чтобы засохли очень сильно, как Брейди, но тем не менее они засохли, просто здесь более такой насыщенный оттенок. Первое, что буду использовать, это масло для лица. Это самый лучший способ, на самом деле это то, как именно я использую обычно, точнее говоря, то, как я оживляю тени свои от Colourpop. Также мы с вами будем использовать Duraline от Inglot. Это, честно говоря, более дорогой способ, да, по сравнению с просто с маслом для лица. И мы будем использовать также Мирон. Я никогда этого не пробовала, но почему бы и нет? Далее это все просто размешаю. Мы с вами немножко здесь устроили грязь, ну ничего страшного. Там, где мы использовали масло, все отлично, я в принципе в этом не сомневалась. Duraline все тоже прекрасно, но на самом деле здесь тоже у меня сомнений не было, просто это несколько более дорогой способ. И как мы видим, с Мироном я это просто решила вот сегодня попробовать. Как-то не очень хорошо получается. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть. Это у нас с вами масло для лица. Это у нас с вами Duraline. Duraline на самом деле вообще лучше всего, но дороговато.
Вот. И давайте посмотрим, что произошло с Мироном. По ощущениям, ничего не произойдет. Так это выглядит стрёмно, но посмотрим. Посмотрим сейчас. Пришла мне такая в голову идея. А, кстати, нет, не так уж и плохо, но как бы... Как бы вряд ли я хотела бы так это делать. Вот как-то все скатывается, как вы видите, да? То есть, ну нет. Лучше всего получается Duraline. Он у нас победитель. Ну, это, конечно, вообще все плохо. Но бог с ним. Мы с вами попробовали. Идея была именно в том, чтобы выяснить, что лучше. Лучше, собственно говоря, как я и знала, Duraline. Но Duraline дорого. Поэтому я использую обычно просто масло для лица. Что ж, ребят, я удалюсь на пару минут. Подумаю обо всем, что мы с вами сделали. И приму решение о том, что мы с вами возьмем Project Pen, а от чего мы избавимся навсегда и больше никогда об этом думать не будем. Итак, ребят, здесь 7 однушек, от которых мы избавляемся 100%. Здесь у меня Kika Wet and Dry Eyeshadow в оттенке 08, а также 37. Они мне 100%. Не нужны в моей жизни больше. Также у меня здесь Colourpop Jelly Match Eyeshadow в оттенках Wavelength, а также The Jammin. Но, собственно говоря, про них я была уверена. Color Drained в оттенке Glamour. К сожалению, Brady от Colourpop. Мне не хочется его останавливать, он слишком сильно засох. Здесь у меня также однушка от Sephora в оттенке Golden Marshmallow 7. Не совсем те 7, про которые я думала, то есть... Здесь были оттенки, про которые я думала, но не совсем все. Я решила также избавиться от пигмента от Colourpop, этого кораллового сатина. Ну, мне кажется, что у меня так много коралловых теней, что, блин, куда? И вот эти никсы тоже, наверное, должны уйти. То есть, итого у нас 10. И это 20% всего лишь от всех моих однушек. Это, честно говоря, очень мало. Можно было бы и побольше, но как-то так пока. Я на 100% плюшкин, даже этого не отрицаю, как есть, так и говорю. Мы с вами возьмем в Project Pen осени. И здесь у меня прекраснейший оттенок, который называется Perfectly Wrenched. Я не знаю, буду ли я использовать вот так, либо буду его оживлять, решу по ходу действий. Также у нас здесь вот эта сияшка прекраснейшая в оттенке Party Wish, которая подсохла. Также у нас здесь два оттенка, один коралловый в оттенке Goodbye Butterfly. Мы с вами его попробуем. И Tea Party. Просто потому, что здесь есть дырка, то есть я им пользовалась когда-то, я его любила. И я решила оставить оба этих оттенка. Я не знаю, Under the Sea и оттенок другой, который называется Banana Daiquiri, не знаю. Я люблю сиреневые, я люблю такие вот зеленые, они меня прям очень сильно вдохновляют. И они, мне кажется, всегда очень такими мистическими. Давайте мы с вами посмотрим, если за осень я смогу что-то здесь сделать. Круто. Если нет, ну значит нет. Тогда мы с вами попрощаемся с ними. И также я хочу оставить Glow Sticks. Посмотрим, если у меня будет желание им пользоваться. Если да, то оставлю его. Пока что он в прекрасном состоянии. И если что, его еще можно оживлять. Несметное количество раз, да, но... Ну, посмотрим. Не знаю, оттенок красивый. Итого у нас 7 оттенков в таком подвешенном состоянии. Не совсем прям Project Pen, да, но, знаете, понять... Хочется ли этим пользоваться? Если нет, то тогда уже будем избавляться. Все остальное я оставляю. Итого у нас осталось на 100%. Это 30 оттенков из 47. То есть примерно 64% от коллекции осталось. Это получается 36% у нас либо ушло, либо в подвешенном состоянии. Честно говоря, я не сильно довольна результатами. Но вот пока что, наверное, как есть... Мы с вами вернемся к этому вопросу чуть попозже, посмотрим. Может быть, я что-то еще расхламлю чуть попозже. И на этом у меня все. Я надеюсь, что видео для вас было полезным, развлекательным, как минимум. Напишите мне, какие однушки для вас самые любимые. Вообще, есть ли у вас в коллекции вот такие вот сухие однушки, потому что
Это, пожалуй, все. Для меня это последние однушки. Я больше не хотела бы ничего такое приобретать, так как действительно мне удобнее использовать палетки или вот такие однушки-синглы, магнитные, которые можно положить в одну палетку. Мне этим пользоваться удобней. Как для вас? Напишите в комментариях. Как всегда, я буду рада вашим лайкам, комментариям. Не забудьте подписаться на канал, если до сих пор не подписаны. Жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о моих новых видео. Я хочу пожелать вам великолепного дня, потрясающего настроения и, да, я даже не знаю, прекрасных теней в однушках или в палетках, как вы хотите. Пусть все будет так, как вы хотите. На этом все. Пока-пока.